будет очень низкий. Так. Так, сейчас мне мама там что-то написала, я сейчас вернусь, переключусь. Я еду уже. Чё, это Сука, Данте. Ау. Это если типа у тебя лицензия есть, да? Ну, насколько я понял, да, но надо почитать эту херню, потому что я не вижу в этом смысла, понимаешь? Условно, у тебя безак, который находится за городом, да? У тебя и так выручки нет, и ты делаешь дешевле, чтобы люди, которые узнали, что у тебя здесь дешево, ну нахуя строим, Миша, уже начало скоро. Этот... и типа, у тебя и так безак хуй где, ты делаешь дешевле, чтобы люди ехали к тебе закупаться. В этом есть смысл. А условно, блядь, делать у всех ценники одинаковые, так ну хуя мне ехать в жопу мира закупаться, если я могу закупиться в центре города? Ну да. Это полнейший бред, потому что по факту все эти безы, которые будут стоять за городом, они будут мертвые. Да полный, блядь, бред, нахуй. Так не должно работать. Это нет смысла безака. Если человек ставит дорого, так это мой выбор, покупать у него задорого или нет. Ну, а типа, нанылись, наверное, эти, блядь, игроки, что ебать, такие цены в безах большие стали, блядь. Шмоточки, блядь, в магазине одежды по 150 тысяч стоят. Вакцина 600 стоит, как дорого на новом сервере, блядь. Вакцина 600, нахуй. А то, что вакцина на полгода у тебя делается, тебя вообще нахуй не волнует. Как вчера, блядь, пришли, обхуесосили, типа. Я говорю, вакцина 600 тысяч за два укола. Тема, блядь, в Тиндере забыл поменять, короче, цену, тип пишет. Я ему кидаю, он говорит, ты чё, идиот, за 300 кидаешь? Я говорю, да, типа, ему в бэть. Да, типа, ты вчера при мне это был, типа, что он этот... Чё 300, типа, вы чё, охренели, типа, на новом серваке 300 за укол? Типа, блядь... Он начал меня лопить, типа, ты чё, еблан? Я такой говорю, давай ещё раз сделаю, типа. Я ему ещё раз кидаю, он говорит, ну, за 75 сделаю, и он, типа, мне потом говорит, ебать, ты, типа, клоун тупой, блядь, съеби нахуй, я у СМПБ выиграл, это... Выгнал, потом переоделся из формы, вышел, сказал ему, иди нахуй, чмой, и он заплакал. Да пошли, я помню, он сказал, типа, я ЖБ на тебя напишу, я говорю, ща пойдет ЖБ писать. Не-не-не, это так... мне, это мне. Ну, это у него, типа, Карла было, блядь. Я понял, они бы еще сказали, я пойду в другую больницу, сделаю. Бля, эти ЖБ писали, блядь, это такие смешные ребята. Я на тебя ЖБ напишу. Ууу, блядь, страшно, да? Сука. Дебилы, блядь. Че надо? Че-че? Сколько мне осталось? Слэш ММ, навыки персонажа, навык дальнобойщика. 36 у меня навык дальнобойщика. Дай хера до сотни. Еще раз, от старшего состава, я увижу команду ПИС, Никита и Карла. Будете получать такой пизды, я вам говорю. А если я сейчас отыграю тебе, что я захотел в туалет и пописываю на столбик, блядь? Ну это можно, они тупо на человека берут писают, зачем такое делать? Ну, чё, стыд на всех. Ну, просто за НРП КИС, ребят, за варн получите, потом будете балдеть, блядь. Балдёж. Либо талон антиварна придется брать за 10 лямов, либо же ждать, пока варна отвалится, блядь. Чтоб можно было в госку вступить, потому что с варном вы в госку не вступите. Я еще сделаю и приду буквально минута. Так у нас и так минута осталось. Во сколько у нас собес смешный, ровно сказал по времени? 15:00? А, это полиция. У нас 15:20. Я думал, он сказал 15 минут. Я тут один раз, блядь, мы с Мишей сидели, блядь, это вообще был клоунада, нахуй. Весь сел-меню, блядь, 5 минут был забит, блядь. Мы думали, что-то поменялось, блядь. Мы с Мишей смотрим, нигде ничего не поменялось, блядь. Давай, ты туда, я сюда. О, payday, о, деньга. 30 тысяч прибавилось, круто. Ну все, ФК-порт, мы едем, да?
Надо жрать сэндвич, а то, блядь, у меня весь карман мусоре будет. Ну, типа едут, либо тип один. Один, блядь, чисто, блядь, Рэмбо на хуяре. Кончик этот, понял, едет обратно. За машиной машину забирать едет, блядь. А машина тут стоит? Ага. Сейчас я ее поправлю немного. Сейчас я починил машину. А чё, Реваза уже повысили до третьего? Господи, что тут до третьего? Даже до четвертого подниматься нет проблем в Больке. А, кстати, у нас норма, у нас 7 человек, кстати. А ну ты чё? Не? Только что вот тут ехал. Да там этот, Бровец ехал. Хочу, кстати, себе грядку хлопка, наверное, в дом купить, поставить в доме грядку хлопка, блядь. Давай, Залетают. Полетели. Хуярим. Типа, слышишь? Где? Блядь, у меня тут такси на урон, сука, сейчас сниму их. Снимай, а то сейчас отлетишь, нахуй. В деморганчик, блядь, отдыхать, нахуй. Там один тип. Там этот, Найтвулфовец? Да. Нет, там волк. Деньги. Волк. Тут волк. Волк? Да, из Уолстри. Опа, там блядь, он разносит летает. Там. Он тут разносит, походу. Я не пойму, где он. Пацаны в Агасе залетают, в Агасе залетают. А, он плюс сэшит тут, нахуй. Надо на реп писать, пускай слежку за портом делают. Ух, ё-моё, короче, беру все фул патроны. Тут вага все вообще должен. А, блядь, суки! А, парни, нас тоже фигачат. Мишани уже убили. Я слил того, кто убил. Напугайте. Я слил того, кто убил Мишаню. Хорош. Мишаню поднимите, самое главное. Вы так далеко не выбегайте за машиной и уйдите, чего там двигаете? А, нормально там чел этот, в скине СиДжея, вылетел сюда с этими судишками. Я заебись. Я ебать, я тут лучше вояк хуярю, блядь. Вы там далеко просто вышли совсем, вы не выходите так далеко. Там сзади, Лала, смотри. Хорош, сзади. Хорош, завалил. Надо знать обошли, что ли, или что, на дочь? 407 максы, притон, СиДжей. Стойте, помогите, меня сносят, помогите. Блядь, хули я тут лучше вояк хуярю? Ой, блядь, хули мы там встали, блядь. Так, я тут потиху бегаю, лечу всех, блядь, подряд, нахуй. О, дайте, а, да. Можно я заберу? Вояку надо вылечить. Это вояка? Я забираю, Карл, я принял, пожалуйста. А, мне буроник снесли, блядь. О, мне дай. Да нахуй, Ревос, ты мне лечишь, блядь, у меня есть. Админ тупой, ну ты, сука, долбоёб, блядь. Сказал, я лечу. Так. Еблонище, блядь. Кого ещё надо поднимать? Есть у тебя подрубать? Блядь. Блядь, извини. Я случайно контрол нажал, блядь, он автоматически начал хуярить. Чтоб не втыкал, нахуй. Сука. Ты тупой, кто мне стреляет? Долбоёб. Где-то сказал, из группы, там, смотрите. Пацаны, тут Сержевец так-то, тут нормально разносит. Там есть ещё, кому надо помощь? Блять, долбоёб без мам нахуй на своей Бугатти ебливый, блять. Там никому помощь не надо, все нормальные. Да не, все. Да. Тут дебурники один. Я сейчас его загашу нахуй. Моня на этом, на Бугатти уехал. А им броник разрешен, а дедовцам броник разрешен. А почему нет? Он, ну да. Смотря какой броник. Обычный разрешен, а если запрещенный, то нет. Я же точенные броники. Если он точенный, то нет. Если обычный. Я ебать, у меня ворона в окно сидит, смотрит, как я нахуй за компом сижу. Имба. Я, блядь, рез. У меня холодильник был пустой, съездил к родителям. У меня, блядь, весь холодильник, нахуй, в закатках, в мясе, блядь, в картошке, нахуй. А, ты уже тут приехал? У меня игра зависла, пацаны. Блядь, я так и не задонатил, сука. Чисто, блядь, к матери съездил, мать такая, вот это возьми, мам, я как я это все несу, бери, блядь.
Я тебе еще денег дал? Не, денег нет, у них самих мало денег, они ремонт дома делают. Я уже деньги у них точно брать не буду. Ананас, блядь. А что там за медик хуй где стоит? Это я. Вы там смотрите, нет. Вы далеко не выбегайте, блядь. Где вагосы бегают? Да, что там за это медик, не я. Блядь? Нет, это не я, это не я. Это из ЛС-2 вы приехали. Это по-любому какой-нибудь Эвин. Он это еще взорвался один. Понятно, типа бак. Приехали, челы, блядь. Это фармилы, типы. Два пончика, блядь. Пиздец. А где они этот пульт забирают? Он там вот, блядь. А мы можем что-то забрать? Не, нифига не можем. Печально. Блядь, они еще и машину разнесли. Армейцам автоматически начисляется это. Не нам, типа, армейцам, понял? Мы типа группа поддержки. Придержки, блядь. А где они это забирают эту хуйню? Там волки или это наши? Надо выбежать немножко вперед. Ебать, мы в наглую так просто выбежали хуй куда, блядь. Не, это все там наши стоят. Нормально, там чел, там вояка чисто ваговца на кулак берет. А тут маски чисто, можно? Чисто зафистил, блядь, вагаса. Тут маски не знаешь? Он едет, слышите, там походу мясо едет. Он бежит без броника, вот так, ему вообще все равно, так, бежит просто. Мясо едет, походу, слышите? Мясо едет. Походу. Да сейчас, это они для нас как пушечное мясо. Это мы, медики, блядь, как пушечное мясо. Так, там нормально, один вояга чисто и этот. Слышишь, да, Дима, у меня ID как твой дом, номер твоего дома. 876? Да. В смысле моего дома, это наш дом, блядь. Ну ладно. Моего, блядь, ты там тоже живешь вообще-то, блядь. У нас там чисто мужская дружба, блядь. Чисто три мужика нахуй в одном доме живут, блядь. Нифига, три мужика, это кто? Три там? Я, Кен и Энрико. Но Кен такой, типа, вчера, блин, мне надо дом купить, типа, блядь, сколько, ну, типа, я говорю, ну, хуй тебе дом. Блядь, типа, я хочу этот взять, тачку взять вторую, я говорю, так, ну, хуй тебе дом покупать, давай я тебя поселю просто. А что, так можно? Я говорю, так нужно, блядь. Если что, поедем на Фордике, потому что наши Теслы зарезались. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А чё, где все машины? А Лала кто? Лала это наш. Ну я понимаю, Лала, ответь. Ну, алло, чё, да, я тут. А чё ты ой-ой-ой-ой-ой начал? Да и гасить начали по машине. Это я был. А. Я не помню, нормально так, челы чисто с больки, блядь, танцуют нахуй со стволами, блядь, с ЛСМЦ. Заряженные. Во мне гетто ячер опять проснулся. Да я не могу с этой рифы стрелять. Потому что ты рукожоп, нахуй. У тебя есть темка? Есть. 500 тысяч даешь, бля, даю. О, блин, типа слили, надо поднять. Я там еще наверху куда-то не бежал, там их много. Да, похуй. Вы аккуратнее, вы так далеко не выходите, держитесь рядом. Ой, я... не... Иди. Парни, я уже еду. Скупку у них, блядь. Я пойду по делу этого, блядь. Эврика, он вообще брейданс танцует, ему весело. Да вообще на попой. Подожди, тейк дэнс, да? Хуй ты орёшь, дебил, блядь. Поднимай. Чётко. Найс, минус один. Чисто, блядь, чего? Гаси их, чё ты там на такой долгий? Шёл нахуй. Thank you.